Как собрать это? Там дембок сентила. Стеклянными вставочками внутренний. Вот этот. Я уже собрал весь ящик, прикрутил сарги, заднюю стеночку. Естественно, все закрепил и одел вот эту вот накладочки. Левую и правую. Фасадик металлический уже порезан в размер. Какой размер, его надо резать. Указано в инструкции. Указано в инструкции. Когда покупаем сам тандембокс в магазине, есть сразу же деталировка. Задняя стеночка минус 87 и высота 199. Вот она. Здесь она стыкуется четко, без перепадиков. Дальше. Дно. Длина его. У меня направляющий 500 минус 24 миллиметра. Это длина, это крой дна. И ширина дна. Внутренняя ширина секции минус 75 миллиметров. Получается это вот так вот. В моем случае была сложность. У меня дно ДСП Эггер. То есть оно толщиной 18 миллиметров. А механизм рассчитан на ДСП толщиной 16 миллиметров. Возникла проблема. Надо делать пропилы. Вот так вот. Пропилы надо делать. Уменьшение толщины. Пропил делается в глубину 5 миллиметров. Так, поехали дальше. Какой размер самой вот этой детальки фасадной? На нее будет сверху еще стекло крепиться. У нас ведь внутренний фасад. Наш крой стекла вот. Высота его, которая вставляется вот сюда, 10 сантиметров. Всегда. Толщина его всегда 8 миллиметров. Ширина его высчитывается. Так, где у нас ширина? Это у нас ширина планочки, да? То есть ширина планочки высчитывается, исходя из размера вот этой планочки фасадной, на которой стеклышко становится. Ширина этой планочки, внутренняя ширина корпуса, минус 132. Ширина стекла, которая сюда вставляется, вот сюда, на этот уплотнитель, стандартно он тут уже вставлен был. Внутренняя ширина корпуса минус 118 миллиметров. Это вот я помог с деталировкой. Но эта деталировка есть, всегда она идет в комплекте к самому механизму, когда вы покупаете в магазине. Также нам потребуется вот такая вот штука. Это держатель самого фасада. Он продается отдельно в коробочке. Вот его маркировка фирменная. Вот такой коробок специально только для двух вот этих вот фасадных держателей. Для двух специально фасадных держателей. Как его устанавливать? Его устанавливать очень и очень просто. Вот эти усики открываем. Открываем эти усики. И вставляем их. Вставляем. Сейчас я фокус наведу.
Вставляем их вот этот вот пазик, масенький. Два маленьких пазика у нас есть. Вот сюда вот его и вставляем. Одной рукой я не смогу это сделать, но сейчас покажу, как это сделать. Все держится. Вторую сторону. Перед этим сюда ставим суши, которые мы уже раскроили. Вот так вот. Оно держится крепко. Нашу вторую деталь и вот пазики, вот наши пазики, да? И два вот этих вот маленьких усика попадаем вот сюда, вот в эти маленькие отверстия. Раз, защелкнули, защелкнули. И вот эти вот пластмассочки, вот эти вот, пододвинули и зафиксировали стеклышко. Пододвинули и зафиксировали стеклышко. Все, все, у нас монолит получился. Ничего не разваливается. Вот такая вот красота получается. Вот такая вот красота. Дальнейшее наше действие – это защелкнуть его самым стандартным образом. Защелкнуть. Одной рукой, боюсь, это будет неудобно, но я все-таки попробую. Так, пока что я его положу. Надо взять дополнительный крепеж для стеклышек боковых, для боковых стекол. Этот крепеж у меня вот здесь. Он выглядит вот так вот. Это дополнительный крепеж. Он ставится у нас вот здесь. Вот так вот. То есть понятно, у нас здесь сейчас мы ставим стеклышко. Вот оно. Все, эта коробочка уже лишняя получается. Не только две железки были вот эти вот держатели. Все собирается без саморезов. Просто надо защелкнуть в правильных местах правильно. Да, вот эта штучка двигается. То есть тут два усика вот таких вот. Не попадает. Аккуратненько все попадает. Вот таким вот образом. Все. Вот так вот все это держится. Ничего тут забивать через верх не надо. Просто вот так вот заезжает аккуратно. Все, оно держится. Ну, вторая, естественно, понятно, что точно так же. Так, ну, со второй стороны, естественно. Дальше нам надо вставить наш фасад стеклянный сюда. Сначала мы
одеваем наши заглушечки вот сюда, одели, и оно тут крепко держится. Держится, все, она тут уже держится, никуда она не выпадает. Стеклышко мы зафиксировали фиксатором, вот это, оно не может выпасть, оно застряло. Берем наше длинное стеклышко, вставляем. Все, оно держится. Держится в пазике, но стоит на уплотнителе. Ставим второе стеклышко. Попали. Собрали. Все на месте. И наша задача осталась только защелкнуть фасад. Попробуем одной рукой это сделать.